Сегодня мы продолжаем стройку. Зима. Зима! Да? Зима сейчас на градуснике плюс 5. Сегодня мы будем начинать заливать пояса. Пояса мы заливаем? Или что это? Мы уже разложили везде арматуру по всему периметру. И будем сегодня пытаться залить вот эту балку. Ну, просто холодно. Ночью хоть минуса не будет, поэтому будем заливать. Артём связывает между собой арматуру. Вот такая вот сегодня работа у нас. Потом надо залить все остальное. Вот это все надо позаливать. То еще занятие было укладывать эти штуки сюда, в дырки в эти. Тебе холодно? Холодно. Тебе холодно? Мне, кстати, холодно. Да, я тоже хотела бы сказать, что в них не холодно. На нас бы еще одеть, и все хорошо было бы. Я сейчас залезу на забор. Опа! И упасть бы. Еще. Вот. Значит, я залезла на забор. Вот так. Сейчас пройдусь и покажу периметр. Что-то так лучше видно даже. На самом деле самое главное не упасть. Ну, там Акселька спит. У нас вообще самый главный строитель. Так. Вот так. Вот так. Не, вообще сверху смотришь прям красиво. Такой. Домик игрушечный. Так. Опа. Жалко, дрон не взяли. Надо было полетать. Так, так я могу идти аж вон до туда. До калиточки. Вот туда Кселечка спит. В плюс 5. А вот это домик, который мы строим. Что мне сделать? Поднять надо каркасы там ближе к колонне, а не туда. Под арматуру. Вот сюда, наверное, куда-то. Сейчас запихаю. Какая я молодец. Я целый камешек подложила. И вон там еще один подложила. Да? Что надо? Рулетку. Рулетку? Что будешь делать? Арматуру вырезать, углы усилить. Да, сейчас мы сделаем из этой арматуры углы, чтобы их связать. У нас вроде зона не слишком опасная, но мы уже привыкли так делать. Мы так могли 5 этажей. Ну ладно, будем делать всего 2. Ноу-хау. Давай. Ого. Еще, наверное. Все. Готово. А я? Буду заниматься бетоном. Не получается одной рукой. Румяная я прям такая. А так как видите, погнали. Налили бетон. Я, как всегда, вот таким маленьким детским ведерочком буду подавать его наверх. Вот такой вот у нас метод заливки.
И вот такая вот красота у нас получилась. Два угла залили. Будем мыть инструменты, собираться домой. Сейчас бы нам в самый раз бы в баню. А там он даже газон стригут. Ну, но бани у нас нету. Вот, так что вот такие дела.